Добрый день! В этом видео мы расскажем вам, как заменить воздухоотводчик электрического котла Technics. Воздухоотводчик расположен во внутренней части котла, поэтому для доступа к нему нужно снять верхнюю крышку котла, соблюдая правила техники безопасности. Обязательно перед началом сервисного обслуживания необходимо отключить электропитание и слить воду из котла. Для начала нам нужно снять переднюю панель котла. Обращаем ваше внимание на важность избегания повреждения кабелей. Для этого необходимо отсоединить дисплей управления и заземляющий кабель, который крепится на передней панели. Котел оснащен воздухоотводчиком европейского производства, установленным в верхней части котла над нагревательной колбой. Во время эксплуатации воздухоотводчик может выйти из строя. Основные неисправности могут быть связаны с качеством воды. Это приводит к тому, что прибор пропускает теплоноситель или не выпускает воздух. В таком случае нам нужно заменить воздухоотводчик. Для этого нам необходимо снять трубу для дренажа, открутить воздухоотводчик и на его место установить новый. Мы выполнили замену воздухоотводчика электрического котла Technics. Спасибо за внимание!